Зелимхан, спасибо огромное. Ножи получил. Так что по поводу ножей знаю теперь, к кому обращаться. Очень рад, все устраивает. Спасибо огромное еще раз. И большой привет с Иркутской области. Только наилучшие пожелания развитию вашей компании. И большое отдельное вам спасибо за консультации, за уделенное время. Всего доброго. Буду обращаться только к вам теперь.